И снова здравствуйте, всем привет. ZBrush 2020 1.1 версия уже. Я вернулся в 1.1 версию, 1.3 попробовал и 1.4. Переустановка, удаление ничего не дала. Также пробовал именно преференции. Заходил вот сюда и здесь, и пробовал именно вот эти вот экспорт-импорт. Также заходил в Z-плагины, находил вот это мультимап. Explorer, экспортер. И вот здесь вот пробовал всякие вот настройки. Ну, словом, нажимал все, что знал. Так, также заходил в экспорт вот сюда внизу. Тут все понажимал, попередвигал. Импорт тоже вот здесь вот менял ETMG. Ну, словом, сжал все. Ничего не помогло, а помогло именно восстановление системы компьютера. Кому интересно, как это сделать, название на ролик я оставлю в описании. Зайдите, посмотрите. Все прикольно делается, но долго. И вот решение проблемы то же самое. Нажимаем. Так, кстати, здесь вот уже текстура все есть. Словом, файл изначальный. И теперь жмем экспорт и нажимаем сохранение, экспортировать на рабочий стол. Сохраняем. Жмем сохраненный, я уже пробовал. Жмем да. Прогоняется верхняя вот эта шкала. И вот так должно выглядеть сохранение. Файл OBS, файл MTL и от BMP вот этот файл именно вот этой развертки. В предыдущий раз развертка не сохранялась. После восстановления системы, не знаю, по причине того, что, возможно, пишу ролики, программа вот эта Flashback Express 5 Record, возможно, как-то сбой дала. Возможно, сочетание именно включенную ZBrush и включенный Blender тоже, возможно, дали какой-то резонанс или какие-то действия по изменению, допустим, сетки там или еще, ну, причин валом, но основную причину я так и не понял. Единственное, что как вариант, это сбой какой-то в системе именно Windows 10 в ноутбуке. От того, что много, видать, вот этих вот движений всяких, ну и где-то что-то дало косяк. Все, всем пока, до свидания. Переустанавливайте компьютер. Не тратьте время именно на переустановку программы. Скачивание другой версии это не поможет. Это проверено. Все, всем пока, до свидания.